Привет, с вами мы и с вами на канале, и вы на канале Супер Максим Фусов. С вами я, Супер Максим Фусов. И Саша Ми. Сегодня мы играем Modern Vertis. Сегодня 9 день, и я заработал уже 200 тысяч. Все. Круто, кстати, мы здесь купили подметки. Сейчас можно, Макс, я первый, Вот сначала давайте вот посмотрим. Вот видите, какая подводка, видите, какая синяя. И хотя и какие-то необычные корабли я купил, кстати говоря. Не хотел даже ножку докупить, но вот мне уже жалко, я утерял, но, к сожалению, мне уже стало играть в это. Смотри, какой я вот этот корабль купил. Нормально. Да, нормально. А вот такой даже. Я могу на него разобраться до 35 узлов. Это, а вот этот просто медленный такой. Это российский, а это вот советский такой. Я вот такой. Нет, китайский. А, китайский. Ну, там не видно. Ну, ладно. Советский здесь нету. Здесь русский, китайский, японский, В общем, мы сейчас срочно ставим на паузу, мне надо золотой сверху вот купить. Сейчас будет реклама, так что ждите. В общем, мы уже подкопили золотые сверху, сейчас уже 468. Ну давай, ну... Давай, в бой. Конечно, есть. Хорошо. У тебя уже 3 миллиона? Конечно. Тебе еще 1 миллион, и ты купишь новоносичку, и ты себе. Да, это уже в другой силе будет. Ну ладно, так. Ну, давай 3 бомбовки сделаем. Давай, я 2-1, давай. Да. А, первый бой это ты, а вот а второй будет я, а вот третий это мы вместе. Давай. Это будет. Ооо, шторм, не люблю я шторм. Так, Как-то. Острова Исландии. Понятно. Исландии. Все там под водой, и там, и там, и там, и там, я воробок не сказал. Давай спустимся к нему, пожалуйста. Спускайся. Поворот. Как-то давай посмотрим. Да, ну там вдалеке. 1-2 километра. Так, надо сделать звук чешский потише. Так, звук надо сделать чешский потише, потому что будет нас не слышно. Нормально, кстати, вот. Слева для лета, но уже сейчас вот эти мнения. Ну да, вот такое. Так, все, обнаружим вертолет. Спускаемся, нам надо спрятаться. Мы успеем уйти. Все, мы ушли. Я даже ракету спустил под водой. Представляешь? Это возможно. Да, а вот если я вспомнил, если на нас еще мы не дольше, они не смогут под водой пролететь. Да, а то мы воздух потратим, кислород, точнее. Да нет, я для ориентации. Ориентироваться по местности. Вот, и когда-нибудь будете в другой стиле... Когда носит. А еще мы это какой-нибудь другой пацан с нами, да, то мы не знаем, что вы узнаете следующий. Владик, это мой брат. Да, фамилия у него такой. Носиков. Ой, Владик Лисиков, как ты ищите его, а то я не ищу. Давай, где мы стримишь?
опасно столкновение, мы сейчас врежемся. Все, исчезло. Вот. Что мы не замечаем тут? Погодочка, давай. Давай, он не дает. Опасно столкновение. Вот идет такой. Ой, я же нас тут бьют. Кто этот подъем? Ракета послать! Давай сегодня в торпеду вышли! Так, на эту подводку! Давай! Приемная группа к ремонтным работам готова. Да что ж так? Вы смотрите, как так? Видите? Ой, как я-то! Ой, все, это не скалу. Это уже плохо. Это вертолет на нашей команде. Но это не наш вертолет. Средний вперед. Пока еще рано. Дистанция быстро сокращается. Командир В4. Торпеду уничтожить. Зачем ты делаешь? Обнаружена атакующая торпеда курсом на нас.
быстро приближается. Командир УБ-4 приготовится к уничтожению торпеды. Быстрее подводу! Я хочу успокоить! Хотя бы, ну сколько мы уже ремонт потратили, ну сколько мы уже снимаем, опять я вижу. 10 минут. Ну мы долгий бой делаем. Ой, осталась минута. Ну ничего, ну мы выиграем. У нас одна цель осталась. Не бываем. А, понятно. 40 секунд. Трёмная группа к ремонтным работам готова. Тебе мы уже не сможем отремонтировать, да. Ну, хотя бы до желчника дошли. Ещё. Ну, пожарите, не успокоились. Ну, да успокоились, блин, больно. Да, смотрите, он даже под водой, если я под воду уплыл, он там даже успокоился. Так, сколько? 110 184. Так, все, теперь я. Максим, скажи, мы так хорошо в этом бою. Ну смотри, мы две миссии уничтожили, сделали. Так, и забираем это. И это. Готово. Так, нам, так, мы цель уничтожили, так. Не использовать раскрытие в бою и победить. Так. Так, 24 на 35. 472 у нас уже. Интересно, что у нас есть? А тебе еще еще 1 миллион? 72? Ну ладно. Ну, надеюсь, я выиграю. Но надеюсь, надо говорить спрятаться. Ну смотри, мы уже сейчас почти уже, уже до 4 миллионов. Да надо какой-нибудь. Шнапи. Да, так, все, не веселись на кровати. Вот вы напишите, вот если вы верите в игру в Modern Warfare, то поставьте лайк. Да, и подпишитесь, и комментируйте. Да. Да, и включили, что там в чатах. Смотрите новое видео. Так что обязательно ждите. Да. 14 минут. Почти 15. Ладно, я сейчас выйду. Вот когда я позже буду обнаружен. Так, ух ты, викингов. Я уже я какой-то необычный тактик. Каменные пики какой-то я. Уже был на какой-то тактик. Ну что, уже эта подводка выйдет на поверхность. В общем, не обращайте внимания. Так. У врагов авианосец. Мы повеселимся. Из-под воды его будем отправлять. А похоже, я чувствую, что там две подлодки. Да, у них есть две подлодки. Похоже на то. У них два крейсера и один авианосец. Ну,
делаешь? Малыш Минчик, пойдем. Да, печально. Ну что, а линкоры будут там? Папа, у них нет линкоров. У них есть только одна машина. Мы в игре мир кораблей, там корабль мировой. Там есть. Там вот так вот обозначают? Это есть спецполки, даже здесь у нас. И даже у нас тоже есть, есть две подлодки таких, три авианосца. А Так все, мы спускаемся. Под лодку давай. О, нет. Ну как будто мы на максимум нижняя у нее установлена. Мимо. О, нет, еще одна. Вот это так. Мы сможем победить. Есть. Почти я уничтожил. Что мы еще? Надо ремонтироваться. Еще. Давай. Ну давай ты делай! Давай! Пока игра, ты его уничтожи, давай! Есть! Уничтожили цель! Ну, воздух качается! Надо поплывать на поверхность! Надо подходить! Блин! Ну вот, что мы будем делать? Надо спать назад. Мимо. Отлично. Второй, последняя цель. Похоже, да, похоже на то. Все, поднимаемся. Ой, зря мы вышли. Под воду быстрее. Мы сейчас уничтожимся. Ремонт идет. Мы хотя бы устремимся. Все, пол. Вот он. Вместо нас. 8313. Темная группа к ремонтным работам готова. Бухта, да, уже то же самое, как хорошо. В прошлый раз. Теперь и мой бой. Помнишь? Нет, вместе. А и хорошо. Можно я сейчас на подлодочке? Не умой с ним. 4 миллиона! Нет. Эти кораблики идите. Нет, это не то. А вот... Нет.
Нет. О. Нет, он уже 450. О. Нет. Максим, он слабый. Как он слабый? Слушай, мне надо поток купить. Нет, это же русский, а ты американский. Ага, я знаю, где снять корабль ты купил. Наконец-то мы можем купить авианосец! О, мы в Арктике! Арктика? Ну да. Давай, короче! Давай! Постань на пас! Так, уже Саша пришел! Вот теперь можем уже... Обнаружена атакующая торпеда на нас! Быстро приближается! Командир ОБЧ-3, приготовься к уничтожению торпеды! Давай вот сюда спрячемся! Ой! Надо запустить вертолет! Это очень мало. Давай заново. Ну давай сейчас по-быстрому купим авианосец и на нем попробуем. Вот мы надо выиграть и все. И потом мы уже купим. И надо уже потом купить. Ну ладно, ну потому что на этом крейсере плохая, ну, да. Фиговая броня получается. Теперь уже до 7 секунд до ожидания. До боя. Каменные пики! Наконец-то ты уже здесь. Да, но здесь было сложно проплыть. Да, тут не просто я проплыл, тут на подлодке. Да, представляю. На подлодке ты под водой вслепую, так сказать. Ну да, тут сейчас постараюсь и уходить. Ну да. Да вы, если бы еще так сказали, вот нафиг. Так, Саш, слушай меня. Вот стрелять торпедами и ракетами, я этим буду стрелять. Можно я вертолет? Давай я вертолет. Ну вот. О, нет, ракеты! Есть. Раскочили. Извини. Я не с тебя спустил. Еще больше так. Торпеду ты не успеешь топить. Не успею. Успела? Нет, не успею. Да. Надо отремонтироваться. Ну давай, ремонтируйся. Давай по-быстрому купим. На паузу поставь. Не надо так. Сколько уже тут нанесено? Так. Ну ладно, Саш, не надо выиграть и купить. Но я не могу проигрывать уже. Не хочу проигрывать. Ну пусть выиграет, не проигрывай. У него броня фиговая.
Я бы уже сразу вертолет переключил. Все, я спускаю вертолет. Все, корабль никуда не спускайся. Разрешите взлет. Разрешаю. Я вот эти вот верхние. Да. Полетели. Отлично летим. Там это же вроде бы русский корабль, здесь не русский вертолет вроде бы. Я не знаю, какой вертолет, но сейчас проверю. Так, мы 25 фильмов снимаем, я знаю. Хотя нет, мы уже 26 минут, мы уже, кстати, уже снимаем. Летим, ну, летим, летим, летим. Высота 132. Конечно, мало. Мы не можем подняться выше. Мы уже почти, мы уже близко к цели. Где? Ну давай. О, вертолет. Поплыли. Мстить за вертик. Да. Ну за что нам вертик этот сбил? За что, а? Вертолет уже там. А, нет, это самолеты полетели. Я же, ну, что знать. Да, не знаю. Так, вон этот враг, который мы не слышали, пойдем чуть-чуть на вертолете. Вон этот враг. Все, огонь! Я стреляю ракетами и торпедами. Нет, нет, нет. Сначала торпеда. Огонь! Что ты уже стрелишь? Ой-ой-ой. Пока ступаем. Ну все, я туда поворачиваю и полный вперед. Средний вперед. Да, ребята. Полный вперед, я уже поплыл уже только что. Опа! Давай, 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 давай! Торпеда! Что это звук такой? Это мы так вот тобой стреляем? Нет, 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 нет! Ладно, я останавливаюсь. Ремонтируемся. Ремонтируемся. Летайте себе. Что там у нас тут? Вертолет. О, этот выплывает, кстати. Сейчас он выплывет отсюда. Этот скалой. Вон он выплывает. Что сейчас делает? Я же нажал!
господи! Блин, прячемся! Надо прятаться! Быстренько! Смена ракетных ловушек произведена! Надо ремонтироваться! Стоп, обе машины! Сейчас загорится зеленым, и потом поплывем, давай! Кто у нас? Зеленая группа к ремонтным работам готова! Давай-ка постоим, но не надо уже! Сейчас зеленый загорится, и мы поплывем! Давай пока помедленнее поплывем. Пока потихонечку плывем. Не надо! Ну ладно, у нас не надо. Группа к ремонтным работам приступает. Я еще не... Вот у нас это главное, конечно. Обнаружил самолет. Не попадание, не разрушение. Мы тогда будем заканчивать, мы уже полчаса снимаем. 4000. Да, ну что ж, давай так, ну ты цель уничтожили. Давай, Максим, передавай-ка я сейчас. Сейчас я тебе передам. Ну, в общем, сейчас мы купим какой-нибудь... Авианосец, можно я выберу? Так, нет, я вообще-то... Давай, купим. Сейчас посмотрим, есть там название. Нет там названия. Нет, это адмирал Кузнецов. Его построили вроде бы в России, либо в Советском Союзе. Не пишите, я просто не помню его историю. Но он реально гигантский. Ну да. Ну на всему, всему знову вгоняется. Ну вот. Идет его прокачивать. Ну что, покупаем? Да. Да, в следующей серии ждите продолжение, и мы будем плавать на таком авианосце. Там есть истребители Су-34ФН, МиГ-29КУБ, АК-52 Аллигатор. Вот и все, и мы будем на таком плавать. Да, хорошо. Всем пока-пока. Вот так, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал SuperMaxFanFixOff. Еще и нажмите на колокольчик. На мой канал. Ну что? Да, да. Там еще остались видео. Да, Т-4-85, да. Да, я надеюсь, что заглянусь, и у меня будет 1000 подписчиков. Да, я да. Я хотя бы на 1000 уже. Да, ну кстати... Ну хотя бы 16. Да. Ну, сколько угодно хоть подписчиков. Да. Кроме Максима Швецова. Да, и пожалуйста, наберите 500 подписчиков. Ну ладно, всем пока. Пока. До скорой встречи! Жди продолжение следа. Все, ждите.